Добро пожаловать на просмотр нового видео. Я думаю, всем известен этот скриншот, а точнее небольшой спойлер обновы в Motor Depot. Так вот, наверняка вы знаете, что карта для игры создается по плюс-минус реальной местности, поэтому это место не стало исключением. Не так давно мой подписчик наткнулся на это же самое место, прогуливаясь по Google карте в Чувашской республике, сделал скриншот и присылал мне. Вот скрин. Единственное, чем игра отличается от этой фотки, так это стройкой и отсутствием фонарных столбов. В остальном сходство прям на максимуме. Если вы видели на Google картах места из Motor Depot, то присылайте в личку. Обязательно гляну и, может быть, запишу видос. На самом деле, таких мест нашли уже очень много. Я даже снимал про них видос. На этом все. Всем большое спасибо за просмотры. Встретимся в следующем видео или на стриме.